Уважаемые зрители и подписчики, вот сегодня пробуем их угостить вот такими корешками от укропа. Ну вот смотрите, доедают до вот этой части, где сам корешок, и дальше не хотят есть. Петрушечки желаем, нет? Да, у них вот видите целый какой здесь набор хороший. На. Еще планируем им сливу попробовать, но с этим... Проблем нет. Принарядилась на ужин. Угу. На бок. Колпачок свой. Да, вот видите, им с сыном на всех принесли еду. И им, и ему. Ну я, чтоб ясность внести, подойди сюда. Сейчас. А вот эта бедная ждет. Ничего у нее нету, разворошила все сено. И смотрит на свою компанейку. Это их комбинация. А там у них и огурчик он лежит. А это его бутерброды горячие. Но они уже холодные, потому что он занятой. Лянь вытаскивает. Потом салат ты ему еще сделал. Покажи ему салат, крышечку приоткрой. Все со своих овощей. Не магазинные. Такой вот салат. Ну, бедная вот беленькая, что ж ей делать? Сейчас мы попробуем ей дать помидор. Вот это тоже, видите, вот такой, как бы, обрезочек. Ну. Ну, а на вот эту посмотрите. Ну, разве не красотка? Что-то пальцем не грызет. Может, голодала? Ну вот, видите, Ули кушает во всем. Сейчас мы их сюда кладем. И будем давать им потихоньку всякие вкусности. Ну давай сливу попробуем, пока они не наелись. Сейчас руки поможем. Ну вот видите, сена мы им дали кучу, но они его разворошили по всей площадке. Ищут, еще они хотят. Но траву еще вот не доели, еще свекла вот с утра. Ну, сейчас сливу попробуем, пока они не наелись еще петрушки и огурца. Иначе потом, может быть, уже и не будут сильно. Так, девочки, знаете, сладкого меры нет. Ешьте. Что, они эмоции? Нафиг. Не стесняйтесь. Ну, не знаю, пока, видите. Ну, только завтра уже утром сможем узнать, съедят они или нет. Ну, еще, да, и Улли вроде съела вот этот корешок. Просто ей в мисочку положи, чтобы мы видели. Вершки и корешки. Нате. Ну что-то пробовали вот эту сливу. Вон, видите, вон корешки лежат, но может быть белая. А ну вот что-то она начала вот эту сливу трогать. Олег, они огурца ждут. Ну, сейчас вот Улли взялась за корешок и вроде... А вон, огурчик. Ну, ты перебила ей весь вкус. Да, они знали, что им огурчик дадут. Пролазим куда? Ой-ой-ой, пули! А ты отстала. Ну, ей туда, потому что она сейчас занимается там корешком. На. Не, она сливой. Сливу, что ли, ела? Угу. Да. Так что, видите, сливу можно, но, конечно, мы вот ее много не планируем. Иначе они тут нам таких дел наделают. Угу. Ну что, еще мы все им, в принципе, дали. Ну, вот завтра посмотрим, сливу съедят или нет. Это вот новое у них кушание. Так что завтра с новым отчетом ждите нас.
по их питанию и развлечениям.